Водители должны помнить, на нерегулируемых переходах пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами. Однако и пешеходы должны быть предельно внимательными, переходя проезжую часть. Ведь многотонная машина не может остановиться мгновенно. Мы призываем пешеходов к соблюдению правил дорожного движения при переходе проезжей части. Призываем не обращать внимание на посторонние предметы в ночное время, использовать световозвращающие элементы на одежде, чтобы быть заметными в темное время суток. И проявлять уважение к водителям. Автоинспекторы проводят разъяснительные беседы с пешеходами и водителями, вовремя пресекают переход дороги в неположенном месте. Как правило, за день составляется около 50 материалов по нарушениям правил. Операция «Пешеходный переход» продлится до 24 декабря.